Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем, опять же, видео по танкам онлайн, и будем, ребята, участвовать в Спаси Голде, на котором присутствует очень-очень много Спаси Голбеков, я их потом, конечно, всех пересчитаю, вот, и в названии напишу, ну вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вроде бы, ребят, Спаси Голдов, ну, точнее, не Спаси Голдов, а всего лишь Голдиков. Вот, но это как бы не точно. Ну, вроде бы как бы 10. Короче, ребята, эти практически все голды, кроме одного, как раз таки скинул я и один, либо эти сами пареньки, которые все дело заминировали, набили, либо, я не знаю, либо они просто сбросили, и опять же, у них вот получился такой золотой ящик, он был один на середине, я и зашел, они меня пригласили, и я такой, ну, блин, походу надо что-то завозить, надо что-то для ребят делать, и сейчас я, ребята, замутил такую тему, что... Для вас записал, в принципе, Спаси Голбек и сам скинул золотые. Почему я записываю именно тут, ребята? Потому что на этом карте я вообще никогда практически не записываю. Это, во-первых, вот. Но, во-вторых, меня, опять же, подкупило здесь то, что ребята заминили все вручную. Я охерел просто с этого. Короче, ребята, опять же, они здесь заминировали все это дело вручную. То есть здесь ни режим паркур, ничего. Все заминено. Прям они ждали, вот это минировали, ждали, минировали, ждали, минировали. Я просто, конечно, прихерел с этой темы. Но, опять же, в связи с этим я захотел все-таки записать такой эпичненький Спаси Голдик. И, ребят, для следующего Спаси Голда, если вам, в принципе, эта тема вся очень сильно нравится, опять же, хотите видеть более такие масштабные Спаси Голды, то давайте, ребят, наберем под этим видеороликом 1000 лайкосов, и я пойму, что эта тема вам просто дико нравится, и попробую записать для вас что-нибудь такое, опять же, интересное. Вот, ребят, сейчас у нас в игру ввели вот эти новые овердрайв, новую нарку ввели, и в связи с этим это просто какая-то жесть. Я до этого, ребят, здесь пытался этот один золотой ящик взять на васпике, но... Новая аптечка меня просто вообще никаким образом не радует, потому что если проходит урон, даже одна пулечка на меня попадает этого... Сейчас напишу. Так, все. Вот, если даже одна пулька, ребята, попадает на меня, допустим, вулкана, то все, я, получается, моя аптека, она все останавливается. И это на самом деле не из Иргут, и это как раз-таки проблема вот этого всего режима и новой нарки на аптечек. Я так думаю, что сейчас как раз-таки аптеки, ребята, у меня будут отлетать просто охереть как мощно. Потому что сейчас они, во-первых, не лечат нифигашеньки. И по факту слить чувака на аптечке с наркой теперь будет намного-намного проще. С какой стороны, да, это клево, это круто. Но, с другой стороны, как бы это не сильно шикарно, и по мне, как бы, это мне не очень сильно нравится, это, опять же, ребят, мое мнение, с ним вообще любой может не согласиться, если вы, в принципе, думаете как-то иначе, то обязательно пишите в комментариях, я там поотвечаю на эти самые вопросики по поводу этой аптечки, вот, смотрите, я восстановил себе 1000 хп, и все, то есть, аптечка, мать его, на 1000 хп. Вот, блин, хотя они хотя бы сделали, чтобы она половину в это тебе лекала, а вторая половина как бы за 3 секунды долечивалась. Что это было бы еще более-менее как-то правильно. Ой, хорош, как я сейчас 2 золотых ящика забрал. Если честно, я думал сейчас, что я сейчас буду потеть, прям очень сильно долго потеть, но... Вот, потому что там вот этот титан, он стоял в этом голде, но я как-то сильно на него запаркурил и кончиком просто взял и забрал у него этот золотой бекки ящик. Вот, они мне, кстати, еще до этого тут говорили, типа, Вайдер, можешь, пожалуйста, нас не бить, мы здесь такие все спокойненькие, мы тебя просто полупасим, типа, не будем тебя с ДДшки бить, но я вижу одного чувака, который меня херачит с ДДшкой. Аптечка у меня голимая, вот если бы была старая аптечка тут, я бы давным-давно, я так думаю, уже прорвал эту оборону из мин и взял намного-намного больше золотых ящиков. Ну, как минимум, я бы уже штуки 2-3 еще забрал и там ехал за самым дальним сейчас. Но с этой новой аптекой это в натуре очень-очень туго.
Потому что я бы сейчас, ребята, у меня, к слову, стоит модуль паук. Вот, у меня, к слову, викинг. Потому что я, можно даже сказать, типа зашел неадекватно, да, на эту карту. Я здесь сейчас катаюсь на викинге. Ну, потому что в натуре кататься на Васпе и пытаться взять эти золотые, ну, это, если честно, такое себе с этой новой наркой. Блин, смотрите, они все минируют и минируют. И, если честно, я сейчас хочу их немножко... Да, вот смотрите, он, короче, ребята, у нас нарит. И нарит прям очень, довольно-таки нормально. Так что я думаю, еще сейчас пару заходов сделаю. Или даже сейчас можно их немножко, так сказать, подлупливать. Ну, потому что что-то они меня начинают напрягать. Вот прям, вот что-то я хочу, вот иногда вот прям приехать здесь и прям чпуньк. Но не так, как я сейчас сдох, а я их хочу немножко так чпуньк, и чтоб они все подохли. Потому что, я так думаю, я буду брать, ну, очень долго эту тему. Блин, ну чё, давайте. О, боже мой. Короче, этот заезд у нас увенчался, точнее, не увенчался успехами. Я даже не стал там ни аптеку нарить, ни хера, потому что я там врезался как-то, попал в какую-то ореховскую текстуру, что на самом деле не есть аргут, не есть хорошо. Блин, как меня раздражает же этот вулкан просто. Вы даже не понимаете, насколько он мне не дает заюзать мою аптечку. То есть мою суперскую аптечку, которая, по идее, бы заюзалась, если, например, даже у них в команде были две рельсы, то у меня был бы шанс еще изумить свою аптечку, и было бы все довольно-таки неплохо. Но так это у меня просто получается угэшно. И, блин, я даже не знаю, что мне с этим делать. Походу, мне нужно просто брать на туре сейчас в скором времени и их фигачить. Ну, блин, просто они мне написали, типа, Вайдер, давай ты, типа, не будешь нас бить, и мы, типа, просто будем его защищать. И я такой, ой, да сейчас, конечно, ребята, я же у нас люблю очень долгие спаси голды, у которых прям эти голды нереально взять. Не, я, кстати, такие спаси голды вообще никогда не люблю. Вот вы, кстати, ребята, тоже напишите, вы любите... Спаси голды, которые проходят прям, ну, очень долго. Когда вы просто катаетесь и один голд не можете взять, ну, хрен пойми сколько времени. Вот, по крайней мере, мне эта тема не нравится, потому что, ну, это глупо, это тупо. Даже если бы, если даже не я беру эти золотые, то пусть их возьмет кто-нибудь другой, но чтобы это не затягивалось на просто нереальное количество времени, потому что меня эта тема в натуре очень сильно раздражает, начинает бесить, и иногда даже хочется, ё-моё, посливать кого-нибудь из участников, и хочется побыть поистине неадекватным чуваком, который просто берет и сливает наших чуваков. Ну, там, в принципе, кстати, эти ребята меня приглашали уже не раз на спаси голды. Я там уже говорил, что я не люблю особо долгие спаси... Ой, как сейчас у меня пригорела жопа. Ой, как сейчас у меня жопа пригорела. Как они меня, мать его, слили с респа. Я вас понял. Все, ребята, мне, если честно, эта тема надоела. Давайте вот здесь сразу вот этот проходик разминируем. И сейчас попробуем их немножечко побить. Потому что, ну, все, ребята, все, вы трупы, вы понимаете это? Так, кто там у нас на рельсе катается? А, чувачок, дратуйте. Дратуйте, ваш тетя. Я сейчас так к тебе подъеду немножечко и попытаюсь тебя слить. Ты не против? Я так думаю, ты будешь очень сильно не против. Не, ну... Я просто, ребята, я вот сейчас, знаете, я на секунду подумал, а может быть действительно поехать как бы и быть адекватным? Нет. Я передумал. Я просто, мать его, передумал быть адекватным. Братычка, иди сюда, я тебе пищ-пищ-пищ здесь сделаю. Они еще и засранцы, знаете, что сделали? Они отключили здесь устройство, и у меня на молоте теперь 3 всего лишь выстрела. Но у меня перезарядка лютая. На тебе, братишка. Че, неплохо, да, ты у нас отлетела? Я так думаю, тоже он очень частенько там минировал. И думаю, ну, я хотя бы, ребята, просто надеюсь, что сейчас мин будет не очень сильно много. Потому что если будет их здесь какое-то нереальное количество, то я вообще просто взорвусь. Но мне нужно еще вон того вулканчика просто взять и завалить. Окей, ладно, поехали. Поехали, мать его. Так, ну этот голдик я по-любому должен забрать. И при... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я понял, короче, этот вулкан у нас минировал вот эту как раз таки заднюю часть, а рельса у нас минировала переднюю. А если мы, в принципе, заедем с вот этой стороны, то я сейчас могу его как-то взять и забрать? Или нет? Или вот как мне сейчас интересно, этот вулканчик меня вот так попадал, когда я уже практически был где-то там в низине, а он меня пищ-пищ-пищ-пищ-пищ-пищ. Это такой рассинхрон жесткий?
Ну, что-то мне так не кажется. Ну, вот смотрите, какой бред просто. Я нарил аптеку, там было две мины. Там даже было три, бог с ним, мин. Но я взорвался на двух минах с этой аптекой. Это по факту, вот смотрите, мне аптека лекнула жизни где-то на одну миночку, чтоб я более-менее как продержался. 1000 хп. Ну, это вообще просто, я не знаю, не понимаю, но... Ой, не нужно меня приглашать, пожалуйста, братан. Братишка, не приглашай меня, пожалуйста. А то я тебе пиш-пиш сделаю. Так, ну ладно, если чувак у нас, в принципе, не глупый, то он поймет, если я один раз не перешел, значит, я либо просто АФКшу, либо я очень сильно занят. Потому что, в принципе, я всегда всем говорю, что если я, ребята, не могу прийти, значит, я не перехожу по вашим приглашениям, по вашим битвам. Как же у меня сейчас начинает жопа-то пригорать, а? Вы слышите, что? Вы, может, уже давайте ты сдохнешь, а, братан? А, брат, братан, братишка. Еще и рельса эта боссная просто берет меня и стреляет. Конечно, если парни будете смотреть, вам псарям вас за такие выражения мои лица. О, не лица, а за просто выражение. Но. Я по-другому не могу. Ой, хорош! А так он еще и самоуничтожился. Лол. Просто лолище. Так, и теперь у меня остался последний. Ах ты засранец такой. Вот только я ушел с этого фланга, только как бы все нормально стало, я 2 золотых ящика забрал, и там вот этот засранец стоит, и он... Я же его сливал, то есть за это время он себе накакулил еще там сколько-то мин. Окей, в принципе, не беда. Если сейчас у меня блочить не будет, то я должен, по идее, как бы пройти. Но как бы у меня это может и не получиться, с одной стороны. А как мне услить? Как мне сейчас вот этих засранцев слить, что они там сейчас находятся? Мне единственное, сейчас остается ждать у них КД. Один чувак на КД, в принципе, второй только что реснулся. Ой, второго КД. Вот сейчас, кстати, у меня есть отличная вообще возможность взять их и убить. Ну-ка. А ну-ка давайте подходить сюда по одному. Я вообще рот сейчас делать буду. Так, оп, рельсовка промахнулась. Так, оп, тебе почти 2000 урона. Оп, пока. И вот это, оп, братишка, приветики. И сейчас нужно его тоже сделать пищ-пищ, потому что вроде где-то он там тоже минки поднасрал. Да, вон там как раз таки мина была. Ну и все, в принципе, едем, забираем наш золотой ящик. Аптечка у меня есть, так что бояться ничего не стоит. Там чувак, я не знаю, если сейчас он пройдет, как-то будет меня блокировать, это будет очень печально. Но у него, в принципе, ни херашеньки не получится, и я забираю свой золотой ящичек. Короче, ребята, вот такой у нас бой получился, вот такой СГшечка на 10 голдов, вроде бы, как бы она получилась. И, в принципе, если этот видос вам понравился, и вы хотите все больше СГшек, то обязательно ставьте лайк, также подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока!